главное на любом конкурсе – это его жюри. Представим мы своих справедливых судей. Все они очень уважаемые и известные в новосибирские люди. Председатель жюри конкурса «Академгородок литературный» Сергей Владимиров. Сергей Андреевич – журналист, телеведущий, поэт и прозаик. Пресс-секретарь председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Эксперт жюри конкурса Евгений Вишневский. Евгений Венедиктович по основной своей профессии математик, специалист в области математического моделирования и компьютерной графики. Однако более известен он благодаря своим многочисленным хобби, среди которых путешествия, литература, театр, кино, кулинария, а также теле- и радиожурналистика. Эксперт жюри конкурса Борис Тучин. Борис Иосифович хорошо известен автомобилистам Советского района. Никто среди владельцев автотранспортных средств не миновал кабинет главного нарколога при прохождении водительской комиссии. Но кроме этого, он писатель, литературовед, член Союза журналистов Российской Федерации, руководитель литературного клуба «Дома ученых». Поблагодарим аплодисментами членов нашего жюри за их титанический труд. По оценке работы.